Алина Загитова посетила премию First Ladies Awards Russia 21. И не просто как гость, ей была вручена награда в номинации Lady Brilliance – грани таланта. Вот что написала Алина в соцсетях по этому поводу. «Вы знаете, что я не так часто бываю на подобных мероприятиях, но мимо этого пройти не смогла. Мне кажется, что здесь были упомянуты очень важные в обществе темы и, конечно, особенно приятным стало то, что все номинации создавались и подбирались индивидуально под каждого участника. Было бы здорово, если бы таких мероприятий стало больше, а я пока поделюсь с вами фотографиями вчерашнего образа. Как вам кажется, мое платье подходит под номинацию?»